сегодня мы вместе с моей внучкой Снегурочкой научим вас делать одну красивую, замечательную новогоднюю вещь. Иди сюда, Снегурочка. Вот. Это моя внучка, Снегурочка. Вот давай посмотрим, что ты принесла. Так, доставай. Это кусочек картона вместе со скотчем. Кусочек фольги. Красивая ленточка. Их будет несколько. Вот такая золотая бумажка. Разноцветные красивые салфетки. Их должно быть несколько. Маленький кусочек картона, он нам тоже пригодится. И что еще там у нас? И еще одна красивая ленточка. Да, чуть не забыл. Еще нам понадобится карандаш. Держи. И ножницы. И мне тоже. Сначала, вот это мы отодвинем, чтобы не мешало. Мы нарезаем эти красивые салфетки и фольгу на маленькие-маленькие кусочки. Давай, Снегурочка. Я вот начну. А ты сделаешь из этих полосок красивые-красивые маленькие кусочки. Как мы с тобой делали. Вот, молодец. А я буду тебе помогать и резать фольгу. После этого мы берем картонку с наклеенным скотчем и начинаем сворачивать трубочку. И вот что у нас получается. Теперь мы берем вот эти маленькие картонки и обводим. Давай. Вот так обводим. Берем ножницы. И вырезаем. Вот так. А теперь мы немножко похулиганим. Мы возьмем карандаш и проделаем в этом кружочке небольшое отверстие, в которое мы продеваем наши ленточки. И то же самое делаем со вторым кружком и со второй ленточкой. Берем наш тубус, наш кружочек на веревочке, вставляем в один из концов. Теперь берем нашу волшебную бумажку. Это не простая бумажка, она волшебная, она клейкая. И оклеиваем наш тубус. У нас получается вот такой вот стаканчик с веревочкой. Очень похож на колокольчик, правда? Ой, совсем забыл. Чтобы было совсем замечательно, нам понадобится еще два кусочка вот такой ватки. Один. Мы проделываем дырочку и вдеваем нашу красивую ленточку сквозь него. У нас получается вот такая вот смешная новогодняя штучка. Похоже на снег, правда? После чего мы вставляем его в наш стаканчик. Продеваем до конца. А вот теперь, Снегурочка, мне без тебя совсем не справиться. Потому что нам нужно самое интересное. Насыпать в этот стаканчик
наши волшебные конфетти. Давай, Снегурочка, помогай. Вот как. И чтобы все раньше времени не высыпалось, мы затыкаем оставшийся край вторым кусочком нашей волшебной ваты. Вот так. Теперь выпалится веревочка, а потом за ней уже кирпичишь. Конечно. Молодец. У нас получилась вот такая вот замечательная, новогодняя, очень нужная вещь. Дорогие друзья, мы со Снегурочкой поздравляем вас с новым, замечательным 2013 годом! С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! Ну, давай! Ура! 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 Thank you.